На выплаты для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей в 2023 направлено на 16% средств больше, чем в прошлом году, а именно 19 миллиардов рублей. Сегодня средняя сумма по возрасту 703. Решение о повышении пенсии будет приниматься с учетом ситуации в экономике и роста зарплаты работников. С этого года в средних учебных учреждениях страны вводится второй обязательный элемент школьной формы. Решение о том, что это будет и где его приобрести, должны приниматься с учетом интересов учащихся и их родителей. Это могут быть как рынки, розничные магазины, так и ателье, в которых производится пошив на заказ. Определиться нужно до 1 августа. Большинство выбирают жилетки. На рынке автопрома растут продажи электротранспорта. К концу года в стране будет более 700 электрозарядных станций. В 2024 добавится еще 105. Дополнительно построят 15 современных супербыстрых комплексов. В планах совместно с Китаем наладить производство зеленого транспорта. Но на это может уйти не менее 3 лет. Вблизи деревни Щадково 25 июня пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная 79-й годовщине освобождения Бобруйского района от немецко-фашистских захватчиков. Начало в 14:00. Вход свободный. Для зрителей, прибывающих на личном автотранспорте, предоставлены парковочные места. Гостей ждет концертная программа, интерактивные площадки. Будет организована работа выездной торговли. На пятницу объявлено штормовое предупреждение. Местами воздух прогреется до плюс 30. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. На выходных погода существенно не изменится. МЧС предупреждает, в Могилевской, Витебской и Минской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Стоит быть предельно осторожными.